Всем доброе утро. Рюзгьяр, уходи. Нет, ты не пойдешь туда. Там нечисто, там у меня грязно на балконе. Сейчас мы на балконе не сидим, поэтому я мою балкон достаточно редко. Видите, какое солнышко сегодня. А причем с этой стороны я вообще удивлена. Я постирала, и то у меня несколько дней стирала. Господи. И вешала все внутри на сушилку. А это вынесла. Думаю, пусть. Все-таки, когда, знаете, оно сохнет на воздухе, запах другой у белья. Тут у меня, видите, тут же ж никто грязно. Причем понаставили вот этих коробок. Муж понаставил. А вот этот интересный и не умирает, и не растет. Тогда ж мы из Саманты его привезли. Ладно, что, пошла. У меня, короче, план. План мой таков. Вот мое кухонное окно. Вот оно. Я планирую его помыть. Конечно, перед сюда, перед тем, как мы заехали, все окна были вымыты. Но опять, как они были вымыты? На одной ноге. Поэтому я хочу, особенно изнутри, придать больше внимания уделить и его потщательнее намыть. У меня-то гардины все настирано, но окно нужно поднамыть хорошенько. Вот это мой план на сегодня. Ну, в принципе, уборка. Сегодня понедельник, сегодня у меня рынок. Мне много не нужно овощей, но все-таки я пойду схожу за помидорами и за цветной капустой. Ну, и думаю, наверное, синих возьму. Но если что-то еще на глаз упадет, то я еще что-то возьму. Потому что прошлый раз, 2 недели назад, мы вот это пошли, господи, как нагреблись. Я не знала, куда его чего девать. Идешь, глаза заведущие, руки загребущие, понимаете? Поэтому нагреблась. Еле, блин, потом разгребла это все. И все, заходим мы. Господи, боже мой. Боже мой, боже мой. Вот, такой у меня план. План, план, план. Боюсь. И пошла. Попёр бобёр. Конечно же, компик я включу. Включу хотя бы, не знаю. А, я же начала смотреть турецкий сериал, который называется... Сейчас скажу вам и даже покажу. Начала смотреть фильм, который называется «Кардеш Чуджуклары». Я смотрю 4-ю серию. Только-только начала. И все. И занимаюсь окном. То есть, смотрите, вот здесь. Ну, вот это все нужно подряпать бы, не мешало бы. Оно так тряпкой протираешь, якобы чисто, понимаете? Но его нужно все вот хорошенечко додряпать. Потому что тогда мы с Дианкой все это мыли так, знаете, по-быстрому. Плюс вот... Что это? Чи побелка, чи краска, чи бог его маму знает, что оно все такое. Поэтому я сейчас начну. Классный. Вот этот дом просто зеленый. Ну, куда ж ты его денешь? Все, начинаем. Ну и солнышко, конечно. Я тогда со всех сторон это... Промою. Я хотела только со внутренней стороны, но поскольку погода классная, бомбовская, суперская, и буду и с наружной стороны мыть. Я, в общем, подкрасилась, видите, то ж надраила окно. Честно скажу, целый час мыла окно. Целый час. Все натирала этим сифом. Губку, губкой и сифом все тупо отдраивала. Час, представьте, час, одно окно. Мне еще осталось 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5 окон мне нужно довести до ума. До состояния хотя бы приличного. А то вот так вот его, знаете, трогаешь, а оно какое-то шершавое. Да, на нем нет пыли, но оно даже вот цвет грязный. В общем, Дианусечка пришла у меня со школы, вон она прилегла, говорит, голова сильно болит, а я дала таблетку, говорю, значит, оставайся дома, пока что не пойдешь. Ну, там урок такой, знаете, музыка. Нет, я не за то, что уроки надо прогуливать, но голова болит.
Поэтому, а что ты там резгар с ней лежит? Она, я говорю, остаешься дома, ложишься, либо сидишь, просто отдыхаешь. Никакие не просмотры, ни чтения, ничего. Глаза отдыхают и мозги. Ну, я считаю, что это нужно вот пойти, раз вот у нее начала голова болеть, я считаю, нужно идти к глазному. Проверять зрение, поскольку у нее тогда, когда зрение подупало, она упала опять зрение. Подупало зрение, и тоже голова болела. И когда ей назначили очки чуть-чуть повыше, правильно, стекла, голова перестала болеть. Часто болит. Я думаю, у всех нормальных людей не так часто болит. Плюс сейчас у меня горло очень сильно болит. А, ну так потому что у тебя простуда, из-за этого и голова болит, Не знаю. а не то, о чем думаю Сейчас я. еще я кашляю. Так одеваться надо, Дианусик. Мы сегодня сидели на уроке, там все кашляют, его. Я Все, понимаю, весь что класс все, ну так, больной. ладно, Даже, ну, весь я тоже класс сижу. больной, потому что, ну, зима началась, естественно, дождик пошел, оно все сыро, вот мы еще ходили, ноги промочились, как бы там ни было, все равно ноги промокли, когда мы вот в субботу ходили. Естественно, оно все просто так не проходит. Особенно, когда человек еще и не соблюдает, ходит без кофты, ходит босая по ледяному полу. Ну так, а как вы хотели? Ложиться спать с мокрой головой постоянно, вот так вот волосы, этот самый, а там прям вода, я ругаюсь, суши, суши, вон есть фен, пожалуйста, суши. Кто ж там сушит? Результат. Получите, распишитесь, Дианка. Это. Диана, ты пойми, одно дело ложиться с мокрой головой, но и когда у тебя в квартире как лето, а другое дело, у нас нет отопления. Не ври. Зимой постоянно сушила. Не надо, ля-ля, то ты забыла. Вроде молодая такая и уже что-то это забываешь или прикидываешься. В общем, я чё? Я собралась, подкрасилась, сейчас иду на рынок. Правда, написала мужу, я иду на рынок. Сейчас подожду ответ, что он скажет. Иди, типа, не иди. То ли скажет, напиши мне, я куплю. Я сейчас подожду еще 5 минуточек и пойду. Надо, у меня нет помидоров. У меня, я бы хотела бы купить цветной капусты. Потом, может быть, капусты А брокколи? простой. Брокколи он еще есть. Сегодня буду это, суп с брокколи варить. В общем, ну, что на глаз еще упадет, то и куплю. Это когда Так сейчас и купишь? не знаю. Только, пожалуйста, купите одну капусту. Я хочу это взять А, в эти фрукты. помещение. У нас никаких нет фруктов. Мне так плохо. Мне нужно, чтобы яблочки хотя бы были. Ну и мандарины, естественно, само собой. Нужно пойти. Собираюсь, в общем. Я уже такая губы накрасила, переоделась, готова, короче, к выходу. Муж мне говорит, нет, не ходи, пойдем вместе, мол, нечего тебя тащить. Да я думаю, что там, у меня же тележка есть, что там тащить? Он говорит, нет, мол, оставайся, пойдем вместе после работы. Ну, ему теперь здесь близко, и здесь теперь и этот наш рынок, и там еще чуть дальше есть. Короче, все в рынках погрязли. Ну что, значит, я возвращаюсь в домашнюю одежду и выпью кофе. Буду ждать мужа. И все. Больше ничего. 6 часов вечера. Мы, короче, видите, скупились. Жду мужа. Пошел. Зачем он? За сигаретами. Вот. Ну и воды еще нам нужно купить. И, в принципе, все. Уже под домом стоим. 6 часов вечера, а рынок там в разгаре. Вообще класс. В любое время, ну не суток, дня, можно прийти и скупиться. Вот наша пекарня. Да, у них какая жара. Открыли двери настежь, окна.
Представляете, в общем, мы вчера с Дианкой пошли, просто в ускоренном ритме искали ей эту форму. А сегодня спрашиваю, ну что, Диана, директор приходил, форму проверял? Нет, не приходил, не проверял. Думаю, блин, ну с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Мы же для него купили. Отдали, слушайте, за эту форму 45 лир, за одну футболку. 45 лир. Ну, считается как свитер, да. Ну, я считаю, это футболка с длинными рукавами. Я так считаю, поскольку на свитер она совершенно не похожа. Такая, мне кажется, она холодная. Диана, в школе тепло, Диан? Да, там действительно батареи, кстати, даже очень горячие. Но здание-то большое. Как там оно, Диан? А, кондиционер есть в каждом классе. И он включен? А, включен. В общем, ну, в принципе, так же, как и у нас на курсах. Тоже был кондиционер. Тоже работал и на холод. Ну, а зимой, естественно, на наш работает на тепло. Вот, я что сегодня? Вот эта шпа убирала. День подходит к концу. Думаю, нужно включиться, рассказать итоги сегодняшнего дня. Начистила до блеска окно. В принципе, я довольна своим результатом. Прибралась. Хотя я хочу сказать, что я ж пятницу так подмарафечивала. Поэтому сегодняшняя уборка, она была совершенно ни к чему. Знаете, оно когда моешь полы, смотришь, а вода прозрачная в ведре. Ну, как-то так мотивация пропадает. В общем. А потом же ждала мужа, отварила суп, брокколи, чорбасы. Кому интересно, выложу на своем канале Галушка и Симит. Заходите, рецептом пользуйтесь. Мне очень нравится вот данный суп. Обычно я всегда добавляла молока больше, а в этот раз добавила чуть меньше. Ну, в половину меньше. И вот в таком виде мне нравится гораздо больше, чем молока, чем когда много молока. Все, сходили с мужем на рынок, пришли, разобрали эти покупки, не нагребали уже много. Ну и все. Поужинали, посуду помыла, чай попила. Все, время 10 часов вечера. Диана, когда ты пойдешь уже в душ? Ну еще без 10. 9:49. Ну без 10 10. Смотрю видео, может, пойду. Может. Как твоя голова? Болит. Смотрю, что тебя плохо. Ну, потому что Дианка Клетку от горла. от горла, да. От горла, да, только говорит, но не покупает. Лечись пекмес, муж купил пекмес, лечись Ну это пекмесом. вместо Народные таблетки, да? методы. Что? Это вместо таблетки купить. Таблетки. Нечего химией травиться. Народные методы, Мята, пекмес, улица, чай мята. с этим. Ну, с Да. мятой нет, чай с имбирем. Шикарнейшее средство, Диана, шикарнейшее. Слушай, давай так. Если ты говорила, что ты однажды съела лимон, у тебя тут же горло перестало быть. Ну, Было давай. дело. Давай я съем лимон, И горло у тебя перестанет. Ну, а я ж ты не купишь волшебник. шоколадку. Слушай, блин. Давай, она съест лимон, а я ей куплю шоколадку. А за что? За то, что ты съешь лимон? Сложно есть, это Не надо чуди, съесть лимон. Дианка, ну пожалуйста, а то я тебя сейчас гармонь заберу. Кого заберешь? А нет, ты ж чудишь без гармонии. Мама. Ой, без баяна, без баяна. Хочешь гармонь, хочешь баян. С чем хочешь, с тем и чуди. А ты даже без них чудишь. В общем, да. А завтра что? Завтра я дома. В принципе, никаких планов. Я начала делать новую книжку из фетра. Мне так нравится. Тема, значит, формы, форма предмета и форма цвета. Вернее, форма предмета. Цвет формы или форма цвета. Ну, в общем, ладно. Форма и цвет. Вот. Такие дела. Коты дрыхнут. Только проснулся, вот честно, вот у меня настолько быстро день пробежал. Я вроде только проснулась в 7 часов утра. Уже все, 10 часов вечера. Блин, горелый.
Очень быстро пролетает время. Вообще не знаю, как вам, а мне просто вот так. Ладно, пойду позанимаюсь книжкой. Мне там нужно липучечки наклеить. Пойду побалдею.